Легким движением руки прокурорский мундир превращается в футбольную форму, а спортивный азарт, пусть и ненадолго, позволяет забыть все важные дела. В минувшие выходные в Иваново состоялся турнир по футболу, посвященный 297-й годовщине образования ведомства. На стадионе «Локомотив» в игру миллионов сыграли прокуроры из Ивановской, Костромской, Пензенской, Ярославской и Владимирской областей. Победителями турнира стали костромичи. Второе место у гостей из Пензы. Бронза досталась хозяевам турнира.